от Вен ехал город, было время людской доброты. Население ушло в отпуск, на площади топились цветы. Все было неестественно мирно, как в кино, когда ждет западня. Часы на башне давно били полдень какого-то прошедшего дня. Капитан Воронин жевал травинку и задумчиво смотрел вокруг. Он знал, что все видят отражение в стекле и все слышат неестественный стук. Но люди верили ему, как отцу, они знали, кто все должен решить. Он был известен, как тот, кто никогда не спешил, когда некуда больше спешить. Я помню, кто вызвался идти первым, я скажу вам их имена. Матрос Егор Трубников и индеец острие бревна. Третий был без имени, но со стажем в 1500 лет. И прищурившись, как Клинт Иствуд, капитан Воронин смотрел им вслед. Чем зимой ждать весны. Плохие новости скачут, как плохие, а хорошие так ясны. И когда показалось облако, были там, где расступались дома. Дед Василий сказал до конца, охренел, наконец-то мы сошлись с ума. Приехавший соскочил с коня, пошатнулся и упал назад. Его подвели к капитану, и стало видно, что Воронин был рад. И приехавший сказал о том, что я видел, я мог бы говорить целый год. Но суть в том, что никто, кроме нас, не знал, где здесь выход, и даже мы не знали, где вход. На каждого, кто пляшет русалочек ляски, есть тот, кто идет по воде. Но каждый человек, он дерево, он отсюда и больше нигде. Если дерево растет, то оно растет вверх, и никто не волен это менять. Луна и солнце не враждуют на небе, и теперь я могу их понять. Наверное, только птицы в небе и рыбы в море знают, кто прав. Но мы знаем, что о главном не пишут в газетах, и о главном молчит телеграф. И может быть, город назывался Мальпас, а может быть, Монтрёнин Посад. Но из тех, кто попадал туда, еще никто не возвращался назад. Так что нет причин плакать, нет повода для грустных дум. Теперь нас может спасти только сердце, потому что нас уже не спасу. А сердцу нужны небо и корни, оно не может жить в пустоте. Как сказал один мальчик, случайно бывший при этом, отныне все мы будем не те.